Каждый день мы получаем информацию о том, как повел себя рубль относительно доллара или евро. Для большинства из нас это информационный фон, но есть люди, для которых это часть профессии. Вот о них сегодня и поговорим. Итак, кто же такие трейдеры? Трейдером может быть кто угодно. Домохозяйка, политик, бизнесмен. У всех одинаковые шансы. Торговлю можно совмещать с основной работой. Обладая торговой стратегией и определенным риск-менеджментом, можно зарабатывать не только на текущие расходы, но и обеспечить себе достаточно уверенную жизнь. Итак, как же выработать эту грамотную стратегию? Знаете, часто трейдеры идут достаточно долгим путем в этом направлении, пока ищут свою оптимальную стратегию. То есть это анализ рынка, может быть, другие параметры, которые они для себя определяют. В итоге на начальном этапе есть смысл обратить внимание на какие-то уже давно известные инструменты и протестировать их. А какие готовые решения есть на сегодняшний день? Одним из самых лучших решений является сервис сопровождения. Это работа под контролем лучших специалистов компании. Сервис сопровождения включает в себя, во-первых, это экспресс-подготовка с лучшими преподавателями и в дальнейшем онлайн-сопровождение или по почте, или по скайпу, ну или по другому удобному способу коммуникации для клиента. Какие торговые системы вы могли бы порекомендовать? В качестве примера можно предложить рекомендации на основе сигналов технического анализа. Они позволяют составить хороший, грамотный, сбалансированный портфель на основе валютного, товарного и фондового рынков. Представьте себе, что вы решили заняться спортом. Вы приходите в спортзал и начинаете заниматься самостоятельно. Или второй вариант. Вы приходите в спортзал и занимаетесь тренером. Что эффективнее? Я думаю, это не вызывает вопросов. В финансовом мире то же самое. Вы обращаетесь к профессиональному финансовому аналитику, который составляет для вас индивидуальную программу, по которой вы будете успешно развиваться. Чувствуете разницу? На этом можно заработать. Форекс-клуб.